Друзья, всем привет! Сегодня у нас какое? 28-е. Сегодня Black Friday, то есть большие скидки. Надо посмотреть себе компьютерик новый, пока я здесь в Америке. Но речь не об этом, ребят. Я вышла на улицу. У нас сегодня, слава богу, дождя нету. И я хочу посадить сейчас цветы. Я сейчас быстренько вставлю вам фотографию, какие именно хочу посадить цветы. Это луковичные, прислал сын. Но они пришли с Амазона, но он заказал как бы с Англии, они нам сюда доставили, очень симпатичные. Вот эти вот 12 у меня луковиц. И сейчас покажу место, где я хочу их посадить. Вот, друзья, смотрите, вот здесь у меня цветут азалии весной. Вот у меня метельчатая гортензия. Сейчас я буду делать ей заодно обрезку. Здесь вот у меня, вот видите, где палочка стоит. И вот здесь растут пионы. И вот в этом месте, вот здесь, я хочу посадить вот эти вот луковичные. Они называются Spanish Bluebells. То есть какие-то испанские голубенькие. Ну и всего вот 12 луковиц. Вот так вот они пришли. И я буду сажать вот в эту их емкость. Хотя, как сын сказал, что они не уходят в глубину. Но если вдруг мы надумаем потом их пересадить, то как бы легко выкопать. И так как их мало, чтобы они у нас, как говорится, нигде не потерялись. Ну вот здесь вот готовлю почву и сейчас буду сажать. Вот выкопала емкость, вот под емкость выкопала ямку. И смотрите, прожгла такие крупные дырки, чтобы не было застоя воды. Ну сейчас буду засыпать, почти можно сказать, что полностью. Ну, вот так вот я насыпала их, установила. Видите, некоторые даже стали наклевываться по чуть-чуть так. И сейчас вот так присыплю. И все, у меня готовы они. Ну, вот и вся посадка, друзья, смотрите. Вот здесь посадила. Ой, какая красивая азалия. Два сорта. Смотрите, это коричневая. А это красное. Был морозец такой легкий. Ну, как бы просто прихватило. Поэтому я как бы все такое покраснело. Ну, и сразу поникли гортензии. Гортензии сразу все как бы пропали.